Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу поставить группу проекта NevTech Roleplay. Это проект в КРМП. Кого заинтересовало, ссылочку я оставлю в описании. Модпак здесь все есть, пацаны. Вступайте в группу. Играйте. И всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл. Вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay. Так, чуваки, тут подписчик, короче. Он написал, что хочет мне подарить 500 тысяч. Я не знаю, это правда или нет, в принципе. Ну ладно. Так, давайте заберем машину. Как вы поняли, сегодня мы будем покупать Lexus. Ой, Lexus, блядь. Что-то я уже туплю. Audi. Lexus вот стоит, в принципе. Мы будем покупать Audi. Какой-то чувак стоит. Олег Северный. Походу, он вышел с игры, либо я не знаю, что он там сделал. Неважно. Я, как вы знаете, на военной части сейчас нахожусь, ну, в БЧ, то есть. Сейчас поедем к подписчику, в первую очередь, я думаю. Посмотрим, что он там хочет подарить, говорит, типа, 200 тысяч. Я не знаю, это правда или нет, в принципе, но посмотрим. Посмотрим. Блин, капец, у тачек стоит. Оп, аккуратненько. Все, погнали, короче, Батырева. Не знаю, может, он меня банует, конечно, но посмотрим, посмотрим. Погнали, короче. На самом деле, не знаю, зачем я аудио беру, в принципе. Ну, просто, блин, понимаете, вот сейчас у меня аккаунт в бане, как вы знаете, осталось 10 дней, ну, на момент съемки. И я покупаю сейчас тачки, каких у меня никогда не было. Это вот Audi, короче, Ford Mustang и вот Lexus. Чувак за нами едет. Давайте его обгоним. Я не знаю, это подписчик или нет. Давайте не будем его пропускать. Либо хрен знает, кто это такой вообще. Курта Артем на блат номерах он едет. Ладно, сейчас подписчику приедем. Не знаю, если он подкинет мне 200 тысяч, это будет очень круто. Больше, пацаны, не буду у вас денег клянчить. Кто хочет, тот сам даст. Но а клянчить я больше не буду у вас, в принципе, денег. Если что, потому что некоторых там бомбили. Ну, ладно. Хрен с ним. Я, пацаны, еще задонатил 600 руба 7. Ну, еще не переводилось, что у меня видели 600 тысяч на руках. Это надо мне випку купить, я думаю. В первую-то очередь. Чтобы купить третью машину, получается. Я куплю випку, наверное, на неделю. На месяц не буду покупать, не вижу смысла. На неделю куплю випку, чтобы просто купить Audi, там на ней покататься. И потом она просто будет стоять. Если я захочу покататься, 39 рублей доню, я брата катаюсь, короче, как-то так. Потому что на месяц, блин, ну смысл. Вот через 10 дней меня разбанят, 7 дней покатаюсь на Audi как раз, наверное. Хотя, блин, в основном я только на Lexus катаюсь. Я не езжу на Ford Mustang. Не знаю, что, ну, не езжу, короче, на Ford Mustang. Вот этот чувак. Давайте остановимся. Не знаю, это он или нет. Да, это он. Так, привет. Так, сейчас меня этот чувак по-любому убьет сейчас. Да. Я так и думал, в принципе, конечно. Без оружия сейчас бы убить меня. Фу, блять, фу нахуй. Это тот чмо, какого я слил, помните? Вот это именно он. На, сука, на, сука, на, сука, на, сука, получай, сука, довела меня. На, сука, на, сука, на. Видите, я просто стоял, даже не шевелился, без оружия, он меня подошел, убил. Блять, просто ору реально, просто, блин, ору. С таких людей. Серьезно, просто ору, блять. И потом выебываются, тогда я его ебать, там, это... Просто я без оружия стоял, вообще, даже его не ударил ни разу. И он меня убил. Замечательно. Просто замечательно. Вот как у вас Бабаев тащит, пацаны, без оружия убил меня. Классно, красавчик. Да, снимаю. Inside Wood, привет тебе. Илья Майченков, привет тебе. И Арсений Путбулов, привет тебе. Андрей Поляков, привет тебе. Давайте напишем передал. Блин, это лечиться в этой казарме, сука. Ну не в казарме, а в этой больнице так долго, капец. Спасибо. Не за что. Не за что. Ладно, ждем, пока вылечусь. Так, вот я вышел. Блин, только у нас тут пиздец какой-то. Блять, кто, блядь, придумал, блядь, поставить сюда этот, блядь, контейнер ебаный. Мне интересно. Меня подписчик там уже ждет, блин. Минут 10, поэтому надо бежать. Склад чист. Без понятия.
Так, чувак тупо стоит. У меня даже оружия нету, блин. Чтобы убить. Давай. Да. Да, без... Без оружия просто, понимаете? Без оружия просто я убивает меня. У меня даже оружия нету просто. Блять, какой же еблан просто, блять. Как таких земля носит, я не понимаю. Вот какой прикол убивать без оружия человека вообще? Блять, просто долбоёб. Так, короче, я перезашел в квартире, потому что, ну, блять, этот дебил, ну, не дает тупо выйти, потому что нету оружия. Так бы я, наверное, его слил бы, но... Я не могу просто, у меня оружия не, нету металла, чтобы сделать оружие, поэтому я не могу его убить. Поэтому пришлось релогаться, в принципе. Потому что, ну, нереально выйти с этого, блядь, туннеля. Тем более, там места не так много в этом туннеле. Пришлось релогаться, короче. Так, у меня там только... Чувак, не знаю, куда скрин сохраняется, ну, в принципе, ладно. Сейчас подписчик, короче, едет, по-моему. Да, вот спасибо, что меня подпер, чувак, прям от души. Бери свою бричку, пожалуйста, спасибо. Так, садимся. Так, чувак хочет ко мне сесть, ну садись, ладно. Блять, нихуя. Только не двери мои, блять, дорогие нахуй. Снимаешь, да. Да, снимаю, чувак. Погнали, короче, за Ауди. Ауди, ди-ди-ди. Так, красный. О, привет, Ютуб. Ваня Мерсер, привет тебе. Так, тут, по идее, должен быть этот подписчик. Вот, я увижу. Сюда. Блин. Давайте развернемся. О, пахнет плагиатом моего, блядь, Лексуса. Видите, пацаны, раз Лексус, два Лексус. И мой Лексус. В принципе. Так, ты где? Сюда. Сюда садись. Давай, садись, братуха. Все, поехали. Ух ты, бля. Блядь, понаставляли всякие, блядь, сука, дорожные знаки, ебаные. Так, снимаешь, да. Передаю привет Мише Моро. Вот он мне 100 тысяч дал, в принципе. Вот 150 и 200 тысяч. Большое спасибо. Большое спасибо тебе, чувак. Прям от души. Так, пишем, короче, донат. Донат. Вот у меня 600 рублей. И мы покупаем випку. Випку на неделю. Все. Все, я купил випку. Давайте купим теперь Audi. Так, я забыл, что мне надо бабки еще перевести. Давайте донат. И 200 рублей переведем. Все. Давайте дальше смотреть, короче. Так, 3 миллиона. Сейчас найдем, короче, Audi эту. Можно было Lancer взять, но, блин, я не хочу Lancer брать. В принципе, я на нем уже ездил. От Audi у меня не было. Тем более, Audi, знаете, такая представительная машина, как и Lexus, в принципе. Поэтому сейчас найдем ее. Она стоит 1 миллион. Это Lexus. 2 миллиона нет. Ну, за лям, я думаю, ничего такого больше нормального взять нельзя. В принципе. Поэтому купим именно Audi. Так. 700. Так, ну она в конце, блин. Я так и знал, что она в конце, в принципе. Ладно, я бы волка взял еще, но, блин, Audi лучше взять. Так, с лям подписчиков, что я тебя не отвечаю, просто я занят. Ты на серию еще увидишь. Что я был занят. Так, где это Audi? Где эта малышка? Вот она. Черную берем сразу. Все, купил. Погнали. Что-то какая-то толпа собралась возле этого салона, блин. Как-то дохера людей на Ямахах, на блатных приехали. Как на военке платят? 14 тысяч. Пятый ранг. Ранг. Блин. Ждем, пока зеленый сгорится. Так, чувак офнулся один. Ну, сейчас офнулся, точнее. Спасибо ему за 200 тысяч. Этому Мише Мору. Прям от души просто. Накопил я все-таки. Ну, и сам задонил, видите, и вы мне помогли. И за счет зарплаты я свои 14 тысяч в армейке подкопил где-то 200 тысяч. Где-то так подкопил, короче. Сейчас возьмем Audi, посмотрим, что это такое.
Вообще. Потому что, блин, никогда Audi не было, пацаны. Audi. Куда сейчас? Сейчас Audi купим. Ой, купим. Заберем Audi, посмотрим, что это такое. Что написано AR. Что AR? Что такое AR? Кто мне, пожалуйста, скажет? Так, забрать машину. Все, купил я Audi, короче. Ты где? Я, чувак, блин, знаешь, где я. Блин, какая насосная вообще. Ох, булочка просто. Просто булочка. Без пробега вообще такая. Соска просто. Не знаю, какой цвет ее красить, в принципе. Я думаю, черный прям пойдет ей. О, да, пацаны, аудюшечка такая вообще. Какая сосная, а? Реально она выглядит прям так охуенно вообще. Напоминает RS6. Ой, RS7, то есть. Россия напоминает, блин, как просто булочка, блин, мне жопа очень нравится. Согласитесь, попочка прям вообще так, такая булочка просто, лям. Плюс, да, чувак, лям. Но у меня уже осталось 400 донатов, по-моему. Да, 400 донатов осталось. И, ну, я пока не буду переводить, у меня, в принципе, зарплата есть в ВЧ, поэтому... Когда уже бабок вообще не будет, тогда уже переведу эти бабки. Либо что-то еще... через донат куплю, короче. Можно сотку еще задонить, когда у меня будут бабки, и поставить все блат-номера на какую-то из машин. Там, например, на эту Audi поставить блат-номера. Было бы, я думаю, прикольно. Пишите в комментариях, как вы к такому относитесь. Кстати, это Audi S8. Я думал, A8, это S8, в принципе. Ну, блин, охрененная машина, как по мне. Мне очень что-то нравится, прям. Теперь у меня Lexus, пацаны, Mustang, и вот такая вот Audi. Просто, блин, охренено. Бля, тут тормоза, конечно, у него тоже не очень. Кстати, блин, что я туплю? Надо сюда было тоже ехать. 2 километра поверх, пацаны. Я не буду, наверное, украсить в этой серии. Я думаю, черный цвет ей больше всего идет, поэтому мы не будем и диски трогать, потому что диски мне тоже нравятся. Я лучше вот такое ставлю, стоковое. Эту Audi. В принципе, я думаю, вы согласитесь, что, блин, она вот так выглядит, она тоже круто. Сейчас просто нитро поставлю на нее, чтобы она попробовала, она валит или нет. Максимал у нее, по-моему, 103 или 107. Так, убрать тюнинг, перекрасить, азот купим и все. Больше ничего не будем с ней делать. В принципе, так. Отойди, чувак, так. Коля, хейтер. О, X5 продают. Конечно, мог бы я продать... Я мог бы внутри продать Мустанг. Там еще немного подкопить и купить себе E63. Ну, в принципе, ничего. Еще бабки подкоплю, если будет желание, то куплю, в принципе. Ну, а так мне, в принципе, тачка нравится. Давайте под нитро посмотрим, сколько она едет. Ну, кстати, на дороге она так прикольно. 101 километр она едет. Ну да, пацаны, медленно очень, но все равно круто. Крутая тачка все равно. Знаете, как это как Rolls-Royce. Не главное, как она едет. Главное, как она выглядит, понимаете? А выглядит она довольно-таки круто, я думаю. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока-пока. Crying all night, cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was from